программы, да. Срать не меньше килограмма, да. Лев насрал 4 тона, да. И сказал, я царь зверей, да. Он сказал, ты пидорас, да. Сру я больше в 300 раз, да. Лев хотел явиться в драку, да, а получил удар на сраку. Тут пошла хуйня такая, задавили попугая, да. Тут из шкафа вылезь гус, да, тише, братцы, я ебус. А бестижая горилла, да, на столе свой хуй дрочила, да. Истивала малафил, да, прямо в рот их соловью. Соловей тут рассердился, да, вынул хуй и застрелился. Тут какой-то пидорас, да, пернул тут, где свет погас, да. Свет, конечно, починили, да, пидорасу хуй вломили, да. Только волк не растерялся, да, спиздил водку и съебался, да. А так, я в обтихонатке, в лесу справляли аминины, да. На них косово пригласили, да. Наелся он, напился, да. Залез на стол, да, въебиваться начал. Хозяйка, блядь, перо с говном, котлеты ебаная ганина, отдайте шляпу и пальто, ебала я в рот такая аминина. Тут в разговор мешался еж, да. Какой бы хуя ты орешь, да. На именинах, на царь зверей, да. Ебала я в рот таких царей, да. Кого касая, блядь, ты собираешься ебать, да. Так я ж тебя как бутерброд сосиска ебаная в рот. Он списнул, бля, дриснул, появилась шобла ебла, да. И до того засранцу лоб забили, да, что львы дорогу в лес забили, да. А с той басни договор, да, что зайцы шоблой пиздят льва, да, она выбирая ночь, ебет всех поодиночку.